Всем привет, с вами Прия. Сегодня я на ПТР. И зашел я на ПТР с целью того, чтобы потестить, мол, типа, какие вещи у нас падают с ключей и с прочих каких-либо моментов, скажем так. Сейчас я поблагодарю людей, которые со мной сходили. Серьезно, говорит, один чест. Да, похоже, человек не в курсе о том, то, что один сундук дают с момента получения еще обновления 7.2. Окей. Ну что ж, давайте порассуждаем по поводу награды с мифплюсов, награды с обычных инстов, рейдов и локалов. Называл я их или нет, ну да ладно. Итак, пробежимся по локалочкам. В текущий момент на живых серверах, максимальный эквип которых вещей вроде бы можно лутать, это 880-е вещи с PvP. Давайте посмотрим внимательно ПТР и поищем аналогичные PvP-квестики. Может быть, я найду что-то интересное и классное. Тут нет, а нет, тут есть PvP-квест, только без шмотки. Тут вообще PvP-квестов нету, ну и типа тут тоже. Ну окей, ладно, давайте просто посмотрим, какие у нас тут локалочки есть. Вот дают 875-ю вещицу. Угу. Сейчас просто полистаем, поищем. Аддоны на ПТР в текущий момент, увы, не работают, так что придется вручную. 870-й, 70-й предмет. 80-й, 75-й, 75-й, 80-й. Так. АПшка, АПшка. АПшка. Восьмидесятые ступни. Так, ну и Сурамар. 70-е ноги, 75-е колечко и как бы 75-й поясок. Ну, то есть примерно вот такие вещицы, то есть где-то на 20 эквипов это дело подняли. Итак, теперь обратимся к обычным эпохальным подземельям. На живых серверах на обновлении 7.2.5 мы получаем 865-е вещицы с обычных эпохальных инстов. В обновлении 7.3 мы будем получать 885-е вещи на 20 эквипов выше. Дальше. Миф плюсы. Я только что закрыл плюс 2 инст. И сейчас мы обратимся к живым учетным серверам. Да. В текущий момент в живых серверах 7.2.5 с второго ключа мы получаем 865-й лут. В обновлении 7.3 мы будем получать 890-й на 25 эквипов скачок. Также при вскрытии недельного сундука 15-го мы получаем 955-е вещи. Вы мне не верите? Хорошо, сейчас проверим все это. Вообще не вопрос, я могу все подтвердить и все показать. Все-таки это моя работа, можно и так сказать. Новый интик добавляют, сейчас мы лут с него маленько еще тоже посмотрим. Там есть некоторые интересные добычи. Мы скопируем персонажа, допустим, моего друида. На фит, копировать. Да, скопировать. Надеюсь, он во плоти у меня. Да, конечно. Введем тот же ник, хотя тут можно и по-английски ник вводить. А, имя недоступно? Окей. Пойдет. Меня устраивает склонение моего ника, я доволен, и мы заходим. Доказать случайному человеку, который меня встретит, то, что это я, это будет весьма сложно. Увы.
Уже в форме птицы. Все отлично. Велен дает нам стартовый квест. Хорошо. Так, я уже говорил о том, то, что тут появилась интересная иконка на этой вкладке, то, что, мол, типа, я еще не забирал недельную награду, и сейчас я ее заберу. 955-я добыча, что и требовалось доказать. Вот, и сундучок пропал. 15-й ключ был закрыт на этом друиде, это точно. Покликаем за него локалочки. Мне интересно то, что с PvP дается. А, там же награда одна и та же. Окей. Вот. Что еще можно обсудить в плане повышения эквипа? Со старых рейдов ничего не подняли абсолютно. То есть, как нам с гробницы Саргераса падал с эпохального 930 лут, так и продолжает падать. Все просто. Легендарочки пока что в текущий момент также 970-е, а то кольцо, которое на усиление эффектов света и тьмы от Тигля, как же оно классно написано, это слово, света и пустоты, оно тысячного эквипа, это колечко. Не знаю, будут, не будут его одевать, но посмотрим. Поиграемся с ним маленько. Чтобы его получить, нужно убить Аргуса Порабощенного в рейде Анторус, Пылающий Трон. Рейдовая локация, которая откроется в 7.3. Все просто. Вот. Подземелья. Давайте так чисто полистаем. Лут, что у нас тут? Что у нас есть тут интересненького? Шейки, какие-то плечики. При получении урона от темной магии ваш показатель самоисцеления усилится на 1500 на 12 секунд. Это интересно на самом деле. Это классно, это хороший нагрудник. Я думаю, темная магия много где будет присутствовать в новом контенте. Знаете, по виду как будто это ткань, по иконкам. На самом деле это весьма красивая кожа. Сейчас я ее полностью одену, и мы получим такой мини-сет. Типа вот, это голова. Ну, знаете, весьма красиво на самом деле. Вот эти вставки на плечниках. Кайф, мне нравится. Вот, кольца, образующие между собой сет-бонус, повышающие не избегание, а избежание. Что-то маленько с такими опечатками до кучи вызвано ошибок. Тринки всякие интересные, прочие всякие моменты. Угу. Это что-то типа АОЕ тринки с целью отхила. Окей. Так, что мы еще можем рассмотреть интересного в плане лута? В плане лута. Сейчас я что-нибудь придумаю. А, вот. Ожерелье неудержимого бойца. Пятый сезон, 895-я вещица дается. В четвертом сезоне, по-моему, 880-я вещица гладиатора. О, с PvP вещами определились. Да и все на самом деле. Что рассказывать-то? Возможно... Да невозможно, а точно. Опять же, сплющат миф плюсы. То, что... Как это было? В 7.2 получается. Мол, типа, старый 15-й, это как новый 10-й по сложности. Есть сайт mythicpl.us. Я закину этот сайт в описание. И там есть некоторая диаграмма, по которой можно сравнить, мол, типа, то, что как было раньше и как стало. Посидите, посмотрите, поизучайте, может оно вам интересно. Мало ли. Да и все. Чего уж тут больше рассказывать, мусолить эту одну и ту же тему. Всех вам благ, как говорится. Счастья, там, здоровья, ВК-группу посещайте. Я периодически туда закидываю всякие интересные моменты. На стримы заходите, там, рейди, одеваюсь, рейджу. Короче, много-много нового всего там интересного можно увидеть и уникального. Да, как говорится, всех вам благ, счастья там, здоровья, как говорится. Ну и, конечно же, легендарок побольше. Куда же без них-то? Самое главное, берегите ноги. До скорого.